Приветствую, только уважаемые зрители канала Пеппа, ой, Кентапыка, и прямо сегодня я тебе расскажу абсолютно все, что я знаю про новое обновление 0.25.0, потом, братишечка, присаживайся поудобнее, а мы взлетаем! Стоп, у меня тут завалялся лишний АВМ трех... Не то. У меня завалялся лишний Fall Rising. И чтобы получить совершенно бесплатно, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий и твой ID. И третье, самое-самое главное, буду проверять. Посмотри все видео от начала до конца без единой перемоточки. Ну что же, а мы начинаем. Первый вопрос, который всех интересует, а когда же выйдет обновление? А может быть оно вообще выйдет через год? Стоп, ребята, какой через год, мужики? Обнова уже на носу, вот прям тут, смотрите, видите? Чтобы понимали, насколько обнова скоро, я вам сейчас покажу один неоспоримый факт. Короче, знакомьтесь, есть такие типы, их зовут Ахлебол. Но если точнее, они сами приходят, особенно когда надо дать бан за продажу кое-чего. Так, ну что же. И прямо сейчас я покажу один очень важный факт. Первое, мужики, что вы видите? Что вы видите, кроме моего красного лица? А вы видите шестой сезон. Шестой сезон, прикиньте. Это прям очень-очень большой аргумент. Окей, а что будет, если мы сделаем профиль к разработчикам? Пятый? Понял, в смысле пятый? Так, короче, ребята, это уже не разработчик. Так, а тут что? О, нормальный человек, шестой сезон, дорогулечка ты моя! Вы посмотрите, шестой сезон! Вы думаете, это только одного типа шестой сезон? Блин, ну это вообще третий, ха-ха! Вот это разработчиков набрали, типа по 4 года в игру не играют! Ну это вообще второй сезон! Чё? Вот еще один типуля, у него тоже шестой сезон. И при том это не просто циферка, которая ничего не значит. Даже в союзниках шестой сезон, в соревновательном режиме шестой сезон. И даже на шестом сезоне проводится тест. Также есть клан номер два тестеров по имени Энкор. И тут есть такой парень, которого зовут Вячеслав, мужики. Заходим к нему в профиль, история матчи. И как мы видим, то что новое обновление активно тестируется. Потому что я захожу в историю матча, прихожу к этому типу. И у него тоже, не поверите, шестой сезон вам не показалось. Вот, например, берем обычную каточку 5 на 5 того же самого разработчика. Я прихожу и опять-таки шестой сезон. А что же это означает? Это означает, что шестой сезон будет очень-очень скоро. И прямо сейчас мы поговорим про дату выхода обновления. Хотелось бы вам сказать то, что точную дату обновления никто не скажет, потому что ее никто не знает, даже сами разработчики. Как говорят они, то что обнова не привязана прям к точной дате. Когда все это делают, тогда и будет. Но предположительно, ребята, у нас должен выйти в ближайшее время трейлер. Например, в прошлом году он вышел. Вы посмотрите на эту красоту! Это тот самый легендарный трейлер, который вышел 19 августа 2022 числа. То, что это означает, то, что прямо на днях должен выйти трейлер. Ну, а потом уже после трейлера должно выйти обновление. А когда же вышло обновление в прошлом году? Давайте посмотрим. И в прошлом году осеннее обновление, а именно четвертый сезон, стартовал 1 сентября, прямо с началом учебы. Я представляю этих школьников, которые стоят на линейке с телефонами, и там такой... Вашу морду в кашу! Обнова вышла! Все по домам! Там уже точно было не до учебы. Я только что нашел жесткую пасхалку, посмотрите! Булдроп, топовый дроп. И что же это значит? Надо попробовать. То есть, прикиньте, если в Сентуфе удалят один из этих кастиков, то на Булдропе удалят что-то с новой коллекции, которая недавно вышла. Блин, надо по Шурику ее открыть и окупиться. Если в Сентуфе добавляют какие-то временные режимы сюда, да, и во время обновы добавят какой-то новый режим, то на Булдропчике добавили новый ивент. Ты просто дубасишь фараона за темную энергию и получаешь тоже топовый дроп. А прям сейчас, братишечка, твоя награда на экране. Ты вводишь ее, активируешь промик и на халяву получаешь бесплатный подарок. Вначале мы ждем выход трейлера, который будет прям на днях. Но уже после этого мы будем ждать выход обновы, которая должна быть примерно спустя неделю-две. То есть в ближайшее время тоже. Также давайте поговорим о тех вещах, которые 100% будут в новом обновлении.
Первое это Gold Pass. Второе, новая карта или измененная старая. Например, разработчики могут очень сильно изменить карту Sandstone. И я в этом даже не сомневаюсь, поэтому разработчики будем очень сильно от вас этого ждать. Третье, самое-самое главное, это удаленный кассик, да! И какой же кассик удалять следующим? Я думаю, настал черед Fable кассика, поэтому мой вам советик, закупайте его пока можно. Плюс закупайте бабочки, закупайте легаси, дрэнглессы, закупайте саму рай, вино, мы все закупайте, потому что это все со временем подорожает. Ну, прям как биткоин. Ну и, конечно, вы прекрасно понимаете, что это далеко не все, потому что помимо всего этого разработчики еще нам дадут небольшие подарки. Ну, кто не любит подарки? Ну, я их обожаю, потому пацаны, дарите мне подарки. Короче, смотрите, скорее всего, нам подарят чармики, новые чармики, плюс нам дадут награды за звание, плюс чармы. Короче, будет очень круто, и мой вам совет, не пропустите этот новый сезон, это новое осеннее обновление. Также мне тут нащебетала птичечка, мол, Кент ПК, а ты в курсе то, что разработчики очень давно не меняли Rainbow Sticker Pack, и поэтому вполне вероятно, что именно в этом сезоне удалят Rainbow Sticker Pack, и он будет доступен только на рынке. Поэтому я бы на вашем месте прикупил бы себе штучек 30-40 Rainbow Sticker Pack'ов, так вы точно не прогадаете. Ну и давайте немножко подытожим словами разработчиков. На самом деле, у нас нет четкой привязки к сезону. Каждый раз при планировании следующего обновления мы обсуждаем, какое оружие добавить, какие скины будут в пассе, делаем ли мы новый кейс. Здесь нет четких правил, но мы стараемся не повторяться и выпускать разнообразные пушки и скины в каждом из обновлений. По поводу разнообразных я бы поспорил. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим лучшую реализацию обновления 0.25.0. Это загрузочный экран, это меню. Ой, блин, это настройки обновленные. Так, ребят, пока что все по дефолтику, да? А, есть галочка версия для ПК. Обалдеть, вы это видели? Блин, это было бы очень круто, если добавили версию для ПК. Такие люди, как я, могли бы вам транслировать стримов в более хорошем качестве. Так, давайте посмотрим. Так, это версия для ПК. Если честно, выглядит немножко упорото. Но мне нравится, поэтому, ребята, лайк хотя бы за это. Так, у нас в инвентаре всего лишь два скина. Инвентарь, конечно, выглядит стрёмненько. Но есть эта волшебная кнопочка под названием «В руках». Что же дает эта кнопка? То, что вы можете осмотреть любую оружечку, как она выглядит у вас в руках. Хотя вы можете зайти просто в закрытый лобби, не? Было бы удобно, если так можно было бы смотреть любую пушку из рынка. То есть ты вот думаешь, покупать ли мне эту руку, ну или нет. Посмотрю, как она будет валить в руках. Дальше мы видим новый кассик вместо Fable. То есть Fable удаляет, добавляет Matrix кассик. Обалдеть. Слушайте, ну прикольно, мне определенно это очень нравится. Так, ребята, давайте посмотрим, что же еще интересненькое тут есть. Это новая донатерская коллекция. Отдал бы я за это 5000 рублей? Нет! Потому что я никогда не покупаю Gold Pass'ы. Ну, я не вижу смысла. Зачем? Они потом выйдут на рынок и будут стоить 2000. Я потом за 2к куплю с рынка и все. Изи. Просто надо немножко подождать. Да и тем более, у меня же есть Nameless коллекция. Она гораздо круче всех остальных коллекций. Так, ребята, что мы видим? Вернули обратно два старых режима. Да ты что, Rampage? И только попробуй мне сказать то, что ты не помнишь режим Rampage. Да, тот самый легендарный режим Rampage. Новая карта Кибертаун. Ну, кстати, да, это в стилистике разработчиков, потому что совершенно недавно было космическое обновление. Кибер-обновление, да, ну, киберпанк в стиле. И поэтому вполне вероятно то, что эта карта тоже будет в новом обновлении. Ну, а примерно вот так вот выглядела бы эта карта. Но почему-то мне эта карта больше напоминает Хэллоуин обновление. Да, блин, это реально Хэллоуин, это не киберкарта. Я-то думал, тут будет что-то прям нереально крутое. А тут мы видим обычную Хэллоуин-карту. Ну что же, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если понравилось подобное видео, прямо сейчас прожмите лайк и напишите в комментариях, как вы думаете, когда же выйдет обновление и что же добавят в этом обновлении. Также обязательно подпишитесь на мой YouTube канал и подпишитесь на мой телеграмчик, потому что за подписку на него даю 5000 алдишечки. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, всем хорошего дня, всем пока!